Всем привет, дорогие друзья, с вами Варунс, и это продолжение прохождения второй части Little Nightmares. Маленькие кошмарики. Присаживайся поудобнее, ну а мы начинаем. Итак, в прошлой серии мы с тобой остановились в данной локации. Это все еще морг. Нам необходимо найти вот этот вот переключатель. Ну, то есть активировать его. Так, сейчас вспомню управление. Управление у меня опять слетело. Так. Управление. Приношу извинения. Сейчас мы поставим все как надо. Так, бежать, присесть. Ctrl. Мне неудобно. Подтвердить. В смысле? Так, ну. Все работает. Хорошо. Итак. Мы залезли снизу, поднялись наверх. Все работает замечательно. Оу. Этот дядя все еще лазит здесь, да? Что-то он там делает. Но вот я успел увидеть, что устройство, которое нам необходимо, вот оно там на полочке лежит, светится. И как нам это сделать, непонятно. Что-то руки намывает. Дядь, ты кто? Почему ползает по потолку? Ты человек-паук, что ли? Непонятно. Что-то он там дышит. Что ты дышишь? Мясо. Ладно. Опять что-нибудь помоет. Пойдемте посмотрим дальше. Какие они мерзкие, все качается. Фу. Говно. Он нас не увидит. Странно, что он нас не видит, кстати. Очень странно. Так, лестница наверх. Есть тумблер. Дядька живет, у него есть пульс. Блин. Очевидно, что нам наверх надо. Пока все понятно, пока сложностей никаких нету. Так, здесь еще. О, у меня же есть фонарь, нифига себе. Хо-хо-хо! Вот это поворот. Так, никаких здесь этих потайных штучек-дрючек нету. Нету. Ладно, выключаем. Это нам не надо. Нам надо... Получается, что? Мы сейчас, если упадем, что-то произойдет. Скорее всего, отключится питание... Ну, вот это вот жизнеобеспечение данного пациента. Тот хрен, возможно, приползет к нам. Что нам делать? Беги! Ну? Что-то трясет уже. А что происходит-то? Ага. Врача! Что-то он там пытается оживить, что ли? Ладно, похеру. Просто бежим. Так, вот эти штуки, я помню, они выдвигались. Давай. Малыха, помогай. Быстрее. Еще быстрее. Он там его откачивает, что ли. Все, взял, беги. Бежим. Бежим, малая. Чем быстрее, тем лучше. А, ну, в принципе, здесь можно и через дверь. Давай, вставляй. Твою мать! Я не люблю, когда туда на бегут. Пошел нахрен! Все, я умер. Говно! Ненавижу.
Какого хрена он так ползает быстро? Иди в очко. Ползи в другую сторону. Беги, 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 беги. Подкат. Подкат, блин! Я в шоке просто. Так, все, надо собраться. Надо собраться. То ли я рано подкат нажимаю. Все, беги быстрее, быстрее, быстрее. Все, ран, погнали. Хорошо. Оп, да, едите твою душу, да почему? Опа. Я обманул судьбу. Нет, не получилось. Господи, ну почему? Ну почему так-то? Я убегу от него, нет? Может, раньше надо подкат? Он как-то застревает у меня. Как он не разгорит, а? Все, хорошо. Беги! Почему он сидит-то, блин? Почему? Я не могу понять, почему он после того, как сделает подкат, он сидя ползет. Ты можешь бежать? Ну, может, я не знаю, может, я что-то не так тыкаю, что ли? Оп, хорошо. Быстрее вставай, беги. Да твою дивизию. Главное не начать выражаться в нормативной лексике. Все, беги. Только вперед. Оп, все, вставай. Пробел. Да твою, как ты так делаешь? Как ты меня достаешь, негодяй, подлец, вонючий, ненавижу. Он так визжит противно еще. Я застрял. Оп! Умеешь так же? Пошел нахрен. Нахрен пошел. А, нихера себе! Ты как достал? Вы это видели? Читер. Так не должно быть. Короче, нам однозначно надо бежать. Пошел нахрен. Пошел нахрен. Ну да беги ты, да... Господи. Почему я выбрал такой сложный путь? Возьмешь, нет, эту херню. Ладно. Я не понимаю одного, почему этот малой после подката придется сидеть. Кнопочку не отпускаю. Пошел нахуй. Я пошел убивать твоего пациента снова. А, я туда не залезу, да? Оп! Говно! Ненавижу тебя! Подождите-ка. Все, беги отсюда. Куда ты лезешь? Тупица, куда ты побежала? Малыха, ты меня подставляешь. С тобой в тюрьму сядешь. Как он орёт мерзко. Вот как это прям вот раздражает. Вставай, вставай, вставай быстрее. Ну. Когда же это закончится? Я не хочу всю серию лежать под этими стеллажами. Есть чит на спидах. Чего поступили? Оп, все хорошо. Хорошо, давай, беги. Прыжок. Твою дивизию, ты еще и не допрыгиваешь, что ли? Это мелкая в желтом костюмчике. Перепрыгивает на раз-два, как будто она... Какая-то там, я не знаю. Олимпийская чемпионка. А ты что? Или тебе шапку мешает? Дороги не видишь, что ли? Я понять не могу. Так, ну все, я опять сломал систему.
Я убегаю. А, мы в ту сторону все равно не прибежим уже, да? А, меня еще и подсвечивает здесь! Он меня еще и через стену забрал. Все забаговалось нахрен. Я в шоке. Честно. Как мне пробежать? Как сделать так? Вот ты вот бежишь, малыш. Это все хорошо. Вставай. Беги. Прыг-скок. Беги! Да беги ты! Я не понимаю, я просто не понимаю. В моей голове не укладывается, как пробежать вперед. Почему он не слушается? Я в шоке. Все, давай, 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 вставай, беги. Беги. Прыжок. Прыжок! Как здесь пробежать? Как пробежать, если он опрокидывает этот стеллаж и он преграждает себе дорогу? Все, это караул. Может, я должен вперед малых этой бежать? Все, давай. Ну вот успеваю же, успеваю. Все хорошо. Все хорошо. Не успеваю. Все хреново. Пошел ты свою ручонку тянешь опять. В очко сих, тяни. Говно. Давай, пинай. Блин, а подожди. Ну-ка, давай, руку. Давай сюда, руку давай сюда. Твою мать, нас заметили. Как он замечает? Я уже, блин, я не знаю. Я хочу это пройти, дерьмо. Мне это не нравится. Я бегу на ускорение. Все хорошо, все замечательно. Делаю подкатики. Бежим дальше. Прыгаем. Прыгаем! А, вот здесь как. Что-то пошло не так. Прыгаем. Иди нахер. Подкат. Ползем. Хорошо. Я не знаю, как это произошло. Блин, иди нахрен. Давишь ты там своим пузом. Говно собачье. Тебя ничего не смущает? А. Я ползу. Я ползу. Фу, какой ты мерзкий. Я ползу. Быстрее. Пожалуйста. Дайте выйти-то, идите, вашу мать. Я не понимаю. Ага, сохранение было. Очень хорошо. Подожди, а как сделать так, чтобы он остался там, а мы были снаружи? По-любому мне надо туда, я так понимаю, чтобы он залез за мной, да? Малык, давай, отрывай там все, мне нужна твоя помощь. Какой ты мерзкий, дед. Давай, 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 давай. Хорошо. Закрывай. Отлично. Включаем. Включаем. Ха-ха-ха-ха! Кто победил? Я победил. Гори в аду, чертенок. Как он еще орет? А малая сидит, греется. Блин, это демонюги, они очень жестокие, я в шоке. Все, он больше не вылезет, никогда уже точно. Можно отпускать. Тебе хорошо? Да и девушка сидит, греется такая. Пойдем со мной. Ой, я тоже могу погреться. Тепло. Так, здесь у нас ничего нет, никаких секретиков. Блин, как же это было сложно.
в то же время противно. Все тут разломал. Че там? 50-50 бежишь. Айда, подкинь меня. Эй, давай сюда, мне нужна твоя помощь. Так, все, сохранение есть, отлично. Продвигаемся дальше. Блин, я почему-то ожидал, что я буду проходить вот эту беготню непонятную. Очень долго. Все, вроде, мы в безопасности уже. Что же уготовила нам игра в очередной раз? Очень интересно. Итак, следующая глава, я так понимаю, да? Куда мы приехали? Что ждет нас тут? Какой-то дом, да? Так, здесь открыть нельзя. Сейчас посмотрим. Что-то какая-то музыка странная. Ладно, ну, нам сюда. Так, давайте выключим. Не будем палиться. Так, автомат работает. Какие-то опять... В смысле? Чья-то нога. Опять эти куклы. Страшно. Что-то влагало маленько. Это меня не радует. Ну, потери кадров вроде бы нет, уже хорошо. А, ну вот, все. А, подожди-ка, стоп. Нихера не все. Так, я вижу какую-то чашку с глазом. Тут коробки. Там что, наверху что-нибудь есть? Нет. Я думал, может, где-то шапка есть. Вдруг. Так, я так понимаю, все, мы уходим с этой, с этого морга, больницы, что это, не знаю, короче. Все, мы на улице. Хорошо, можно немножко передохнуть. Так, а это что, башмак лежит, да? Какие-то вещи падают. Блин. Игра, конечно, очень атмосферная, интересная. Мне она понравилось. Так, ничего я здесь не вижу. Ничего не видать. Там все завалено. Идет дождь. Зонтик торчит. Берите зонт. При большом порыве ветра вас ничего, это что-то свалилось. Люди падают. Двое почему-то шмякнуло. И отсюда упал человек. Что за херня? Кто кидается людьми? И, конечно же, нам нужно войти в этот дом, откуда летят людишки. Ну, не людишки это, а эти куклы, короче. Господи, как же все здесь противно. Как все это мерзко. Ужас. Так, здесь кто-то висит уже. Что за звуки? Картины мерзкие. Твою мать! Я леваю. Чё за хрен без лица? Куда он делся? Блин, вот я зря убежал, наверное. Вы видели? Ему кто-то так сильно втащил, что ли, что у него лицо пропало? Или как? Оу, это он? Подошла, попинала его. Вот ты не боишься, малая. Серьезно.
Что ты там хочешь от него? Нет здесь ничего. Угу. Так, я вижу лестницу. Я вижу лестницу. Так, я надеюсь, здесь людишки падать не будут. У нас собьют сейчас. Так, нам на ту сторону, да? Оп. Хорошо. Замечательно. Давай, догоняй. Я сохранился. Хрена не видать. Человек стоит. Че прячешься? Где? Я помню эту песню. Ты плохой? Да не свети ты сюда. Они какие-то зомбированы, они боятся, им страшно, что ли? Да, ну, музычка, конечно, хероватенькая. Подкинь меня, малая. Там кто-то вообще в ванной сидит, телевизор смотрит. Тебя ничего не тошнит? Хм. Блин, атмосфера напряженная, непонятно, что от нас здесь хотят. Но пока вроде бы... О, музончик пошел моднявый. Нифига ты паркуришь. Нам надо налить, да? Покусечки! Ну ладно, мы же где-то рядом сохранились. Скок, опять разбег. Все нормально. Оп. Почти. Все, поехали. Че? Приехали. Охереть. Приехали, называется, да? Так, ладно. Подожди, а что сделать-то надо? Мы туда-сюда катаемся. А, подожди, тут же справа дырка, видите, да? Мы же запрыгнули в него как-то. Значит, нам направо можем выйти? Эй! Я не вижу, там стена, что ли? Откройте! Блин, и как быть? Подожди, я понял, походу. Ну-ка. Пока. Сейчас разберемся, попробуем одну теорию. Может быть, нам надо остаться на крышке лифта, а малыха сделает все за нас? Она же сейчас туда запрыгнет. Ну-ка, давай-ка. В смысле сохранения? Давай. Чего ты меня зовешь сюда? Игра сохраняется. Не, все, она все-таки в любом случае нас зовет туда, да? Он чуть не упал. Вот ты не можешь так сделать, что? Может, мне надо на ходу где-то выпрыгнуть, я не понимаю. Вот справа есть дырка. Куда прыгнуть? Оп, оп, стоп, стоп, стоп. Хорошо, получилось. Допустим, ладно. Куда он лезет-то? А, обратно, да? Паркурим. Чуть не упал опять.
Вот, это уже разобралась, там вовсю катается. Перекинь-ка. А, вот, все, я здесь. Я здесь. Хорошо. Мне нужен ключ. Охереть здесь здание. Нас тут никто не сожрет. Так, я здесь сюда не допрыгну. Где ключ? Идите вашу душу. О, а вот и ключ. Так, посмотрим. Я на этом не остановлюсь. Так, сюда он не дергает. А что здесь лежит? Не надо тебе эту кружку, поставь на место. Так, там ничего нету, я ничего не вижу. Шляпа. Наверху. Тоже ни хрена, да? Ну ладно. Здесь еще в коробочке. Под столом тоже ничего. Все понятно. Вот хорошо, когда есть такие загадки интересные, когда тебя никто не жрет и не пытается сожрать. Ты спокойно делаешь свою работу, так сказать. Ну? И что сейчас сделаем? Что случилось? Теперь что, лифт дернуть надо, что ли? Ты зайдешь? Надо подумать, что нам надо сделать, чтобы... Подожди, а может... Ни хрена непонятно. Ну, сделали мы. Что, свет включился, что ли? А, ну да, кстати, свет включился. И что? Ну-ка еще раз дернем. Подкинь-ка меня еще разочек. Подожди. Теперь что? Нет, свет горит. Ни хрена не изменилось. Ничего не понятно, но очень интересно. Куда-то нам выше как-то попасть, что ли? Подожди, дверь открыта, подожди-ка. Может, вот так что-то получится? А, вот. Хорошо. Теперь что, нам надо запрыгнуть на верхушку лифта? Я думал, ты меня стал, у меня малая. Хорошо. Так, есть фонарь. Ладно, хоть фонарик есть. Интересное устройство. Так, нам сюда. Я вижу свет. Снова большой город. Дождь. Так. Сюда можно залезть, да? Там нету шапочки. Кстати, на сколько шапок вообще? Головные уборы. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять головных уборов мы еще не нашли. А вот здесь ведь можно залезть, да? Ой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что-нибудь есть здесь? Что-то я ничего не вижу. Подожди, а вот здесь вот. Нифига. Ладно. Нас заждались. Побежали. У-ху. Опять перебегаем в другой дом. Так, стоп. Походу не сюда. Вон есть окно. Да? Нам ведь в окно тогда надо получилось.
А, нифига ты где пролезла. Значит, сразу не посмотрел, обошел. Опа. Пацанчик, привет. Что это означает, не знаю. Мы какую-то херню сейчас собираем. Тут мышей полно. Чем, дверь открыть, что ли, тебе, малыха? Просто непонятно, что ты ждешь, могла бы залезть. В смысле? А, во, открылась дверь, да? И чё? Эй! Ты чё? Балуешься? Ну заходи ты, господи. Куда от тебя эту коробку? Блин, я запутался. Или неужели мне надо на улицу толкать? А туда зачем? Чё ты хочешь-то? Блин, ни хрена не понятно. Ну-ка возьмись. Это за ящик возьмись. Что, вышка? Да нифига не дает. Подожди, а здесь что? Коробку как-то отодрать можно. Доску точнее. Зачем я сюда залез? Вопрос. Наверх здесь никуда нельзя. Какие-то животные. Крыс какие-то, да? Крыс, белки. Ни хрена не видать здесь больше. Есть порог. Да? Дверь мы открыли. Так а нахрена я сюда лез-то? Подожди. Может здесь что-нибудь, какая-нибудь ловушка? Может надо провалиться с этим ящиком куда-нибудь? Ну и чё? А это что за устройство лежит? Ну-ка. Что за колесо такое? Ничего он не берет. Ни хрена не происходит. Да твою... Застрял, что ли? Нет, наверх точно мне не надо, да? И вправо не идет, и влево. Подожди, а вот тут что за дощечка торчит? Девка не слушается, она сюда не хочет заходить. Значит, нам сюда и не надо, да? Ладно, посмотрим, что еще есть. Может, нам вниз сюда надо? Порядка. А как? Свет он там какой-то. Вообще маяк горит. Свет. Ничего не понимаю. Так, вниз мы не можем больше посмотреть, да? Ну там, скорее всего, обрыв какой-нибудь, что ли. Ну, зашли мы в это здание. И дальше что? Открыл я дверь. Не понимаю. Тут он какая-то... Что, сосиска торчит или что это? Залезть мы не можем наверх, да? Или можем? Или залезть надо все-таки? Но если лезть наверх, есть вероятность, что нас укусит. Вот эти животинки, они же... Ну, кусаются иногда. А тут он пальцы будешь сувать в клетку. Они тебя загрызут нахрен. Ничего не понятно, но очень интересно. Блин. Давай.
не толкаем. Сюда мы тоже вытолкнуть, да, не сможем. Херободно. Ну-ка, открой дверь полностью. Что за говно? Ну-ка, обратно. Вообще непонятная канитель. А если попробовать еще раз залезть с той стороны? Мелкая, ну подскажи, ты же знаешь по-любому. Охереть. Че сделал? Что-то может измениться. Да ни хрена ничего не изменится. Вот это что за канитель? Ты можешь ее взять? Эй. Что такое вот это? Он не двигается никуда. Только вот вперед-назад, и все. Давай. Толкай, блин. Нет. Доски не нажимаются. Ничего не делается. Хрена непонятно. Не, ну серьезно, ну что здесь делать надо, чтобы пройти? Я не вкуриваю. Че ты там сидишь? Блин, серьезно. Вот я тупой. Серьезно, так можно было залезть, что ли, и все? Подожди, а тогда на кой хрен мы залезли вовнутрь? Тайник я там никакой не увидел. Так, есть лебедка, да? Подкинешь меня? А, подкинь меня. Опа! Отлично! В смысле? Сопротивляется, что ли? Давай, поехали. А мне как? А я могу повиснуть? Ну-ка. А, мне просто прыгнуть надо, да? Сейчас разбегусь. Давай. Оп. Отлично. Не упал. Так, сохранение. Хорошо. Ползем дальше. Что же будет дальше? Что-то сейчас непонятно, какое-то затишье такое между локациями, что ли. Вот там-то мы... Ай, куда ты? Такой, подкинь-ка меня лучше, малыка. Я боюсь свалиться. Ты не хочешь меня подкинуть, эй? Он точно туда вообще? Скорее всего, да. Давай, подкидывай. Вот. Можешь же, когда захочешь. Так, все, залезли дальше. Хорошо. Здесь тоже надо меня подкинуть, да, будет? Нет. Или да? Скорее всего, да. Или... Подожди. Где наверх? Во. Это уже какой-то Assassin's Creed получается. Паркур. Все, хорошо. Здесь покошечка, да? Допрыгнешь. Должен же допрыгнуть невысоко. Давай. Молодец. Сохрани. Это уже какой получается? Третий дом или... Третий или четвертый? Есть ящики, чтобы прятаться, да? Да ты там фонариком просвечиваешь сквозь текстуры. Интересно. И что, нас здесь будут жрать, нет? Что-то как-то сегодня это. Ого. Ого.
Он должен на нас шмякнуться, да? Падает все, дом падает. Давай, толкай. Эти туда завалились, там дом завалился. Нахрена мы сюда залезли, если все падает, блин. Беги, 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 беги. Прыжок. И чё? Она села, свернулась калачиком. Типа надо было... А, нет, все правильно, походу. Малыха! Малыху придавила! Живи, 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 живи. Давай, 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 руку. Ты жива, все нормально, ножки не отдавила. О-о, сейчас меня придавят, вставайте. Че, ножки, Бобо? Да вроде все живы, здорово. Все нормально с тобой? Малая, дай ручку, дай ручку. Все хорошо с тобой. Ты моя маленькая. Ладно, продолжим. Все живы-здоровы, хорошо. Я тут уж испугался, думал, все, мы потеряли нашего партнера. Значит, еще есть что? То, что нам нервишки треплет, да? Так, фонарь. Мне нужен фонарь. Ты потерял фонарь? Балбес. И что здесь? Ничего не видать. Комната такая мутная. Я думал, может, какая-нибудь шапочка где-нибудь будет. Юла. Кубики. А это что за сверток, кстати, такой? Это увесистый. Ты что кашляешь? Заболела? Нихер босиком бегать. Так, ладно. Скорее всего, дальше, вот в эту дверь. Какие-то ботинки, руки. Так, тоже падает, что ли, все? О, телевизор. О-о-о-о. Я тебя покорю. Сраный телевизор. А ты смотришь телевизор? Скажи честно. Я вообще стараюсь его не смотреть. Так, нам надо как-то поставить картинку. О, пошла движуха. Хорош. Хорош. Дальше. Мы провалились опять. Че, я должен дверь открыть по итогу? Давай, вставай. Летящей походкой. Давай. Успеешь? Время, время, время. Я почти добежал. Давай. И что там дальше? Меня сожрут? Сохранение. Что за дверью-то? Ты кто такой, мать твою? Скример какой-то. Какого хрена ты идешь сюда? Обесточьте телевизор. Обесточьте. Пошел нахрен. О-о-о-о. Нет, 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 нет. Походу мы что-то выпустили. Какую-то херню. Как ты вылез-то, блин? Пошел нахер, пошел нахер. Все так медленно сразу стало, да? Куда бежать-то? Охереть ты противный какой. А, он на свету пропадает, да? А нет, ни хрена, он не пропадает.
Нет, 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 только не малыху! Говно собачье! Негодяй, подлец! Малыха! Вот почему они остаются такими. Они... А нахрена я тогда эту дверь открывал? Выпустил какое-то чучело? Блин, и как... Малыха моя. Я буду скучать по тебе. И где это говно? Судорожный. Длинный судорожный хрен. Как ты меня бесишь. Я выключу телевизор нахрен. Я могу туда телепортироваться опять? Что происходит? Это глаза. О, это мы... Оу. Охереть, не телепортировались, конечно. Окей, ладно. Думаю, серию пора заканчивать. Фу, украли малыху. Обидно. Досадно. Ну ладно, выхода нет. Нам надо будет проходить дальше. Поэтому увидимся в следующей серии. Тебе спасибо за просмотр. Не забывай ставить лайки и подписываться на мой канал. С тобой был Варумс. Пока-пока.